Подземное хранилище было жутковатым местом. Я не знал ни где искать, ни даже как выглядело то, что я пытался найти. Но неведомый ангел-хранитель помог мне. Thank you.
Я нашел планы D6 и карту командного пункта. Но Мельник все не возвращался. Смогу ли я выбраться из библиотеки живым без его помощи? От этого зависела судьба моей станции. Помнишь Хана? Это он нам помог тебя разыскать. Хотя я так и не понял, как он это сделал. Может, музон врубим? Конечно, прокатимся в Будапешт. Ну вот мы и прибыли. Первый и единственный форпост человечества в этих местах. Внешняя база Спарты. Глядись пока. А я посмотрю, что за бумаги ты там нашел. Радистом раньше был. И после войны, еще когда единая система управления не распалась, посадили меня, значит, следить за радиоэфиром. Мы тогда еще надеялись связаться с правительственными бункерами за Уралом. Но по этим бункерам-то в первую очередь противники целятся. Они ведь как сначала? По гражданским целям старались не стрелять. Но, может, для оккупации берегли. Никто же не думал, что... Привет. Володя, очень приятно. Можешь выбрать что угодно. По вкусу. Ну, здравствуй, Артём. Вот мы и встретились. Как эти джентльмены здесь уютно устроились. Я слышал, Полис не спешит тебе на помощь. Что будешь делать? Молчишь. Превращаешься в охотника. Обдумай свой путь еще раз, Артём. Как знать, куда он тебя приведет? Каждый пожинает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. Ну что ж, думаю, я сказал все, что хотел.
Теперь мне пора. Прощай. Не очень-то и полезные бумаги. Все намеки, намеки. Хотя вход в Д6 тут обозначен. Значит, нам туда дорога. Ты готов? Ну, как тут у нас дела? Все готово, Ульман? Вот, дров наколол. Володя? Все снаряжение готово. А вы, ребята? Готовы? Тогда по коням. Это подвалы старого храма. Давай, забирайся. Отлично, пора и печку растопить. Темный туннель, грохот колес, запах смерти. Так начался наш путь в Д6. Мы приближались к цели с каждой секундой. Если верить карте, в Д6 ведут несколько путей. И ближайший к нам через Киевскую. Попробуем пробраться этой дорогой. Киевская? Я про эту станцию нехорошие вещи слышал. За Киевской раньше была еще станция Парк Победы. Была война, и киевляне завалили туннель к парку. Ходят слухи, что люди с парка не погибли, но и людьми быть перестали. И еще там видели какую-то хрень. Что-то вроде тумана. Ерунда полная. Разумеется. Володя в этих туннелях всю свою семью потерял. И не помнит, как это случилось. Что случилось? Артём! Эй, с Артёмом что-то творится! Еще на шатыря. Давай. Очнись, Артём. Очнись. Слава богу. Он приходит в себя. Убери свет. Ты его слепишь. Артём, все в порядке? Дьявол тебя дери. Ну ты нас и напугал. Что это было? Ты можешь встать на ноги? Выйти все так гладко. Володя, доставай инструмент. Будем открывать гермозатвор. Артём, стой здесь и прикрывай нас с тыла. Тут всякое может случиться. Поглядывайте за тылом, ребята. Так, Володя, найди схему первого блока. Ульман, глянь сюда. Сначала мы должны соединить провода, а потом, по моему сигналу, врубить выключатель. Понял? Здесь что-то есть. 3А на 2D. Что-то к нам приближается. Забей! Упыри! Ну, хотя
хотя бы сдохну в бою. Достало. Получилось! Не хотел бы там оказаться. Т-6 сюда. Это еще что? Черт, темно, как у негра дома. Ладно, давай посмотрим, что там. Десантируемся. Весь хаос туннелей не мог проникнуть за этот могучий гермозатвор. Ворота казались незыблемыми, как те люди, которые шли со мной. Так, мы прорвались, но это полдела. Впереди самое серьезное. Ульман, ты командуешь штурмовой бригадой. Борис, Степан, вы прикрываете этого шута. Артем, Володя, вы со мной. За дело. Да давай, давай же! Ух ты, какая любопытная штуковина. Жаль, сломанная. Чтоб тебе... Все чисто. Погрыз. Куда нам так торопиться, товарищ полковник? Может, это самое? Перекурчик объявим? Такая нервная работа. В аду перекуров не бывает. Все чисто. Вперед, воины мои. Вас ждут великие дела. Великие дела? Мне кажется, что мой след в истории будет больше похож на мокрое пятно. Кто-то совсем новый скелет обронил. Может, возьмем с собой? Ну, на брелки. Ульман, хватит балагурить. Вернемся домой, будешь зубной щеткой сортиры чистить. Да, товарищ генерал-лейтенант. Ну, так точно. А вот и первое задание. Артем, ну-ка, пощелкай выключателями. Проклятие!
Не, я не пойду. Там а, темно, и б, страшно. Вот дерьмо. Эй, поаккуратней с выражениями, солдат. Это не выражение. Это сама субстанция. И я в нее вляпался. Ну, это на счастье. Нет, это дурная примета. Если тут есть помет, значит, его кто-то метнул. Вон он, держать. Что ж, лучшая оборона — это нападение. Владимир, Артем, не суйтесь в пекло. За мной. Сражаться в такой рабочей обстановке. Вот тут воняет так, что уже нюх отбило. Это от твоих шуток. Умрем красиво. Не дрейф, прорвемся. По стакану самогона за каждого жилья. Если доберемся... Всех призвать. Артём, помоги! Боже мой, как бесхозяйственно! Это ж сколько грибов-то тут можно Мы их уделали. Надо же. Осторожно. Боря! Борис! Что это? За что? Что ж ты? Степан. Оставь его. Поздно. Нам пора. Ублюдки косорылые. Боря, памятью твоей клянусь. Не успокоюсь, пока их не изведу.
человек погиб, чтобы помочь мне. Как мне отплатить умершим за их подвиги? Так, впереди насосная станция и резервуар для сточных вод. Надо вскрывать дверь. Дайте мне пару минуток. Покажи класс. Так. 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 Еще секундочку. Готово. Открыто. Надеть противогазы. Ульман, проверь. Чуть что, сразу Ульман. Несправедливо. Все чисто, заходим. Ну и что теперь? Там внизу есть проход. Нам туда. Другого выбора нет. Двинули по-тихому. Да тут море упырей! Мужики, аккуратнее. Проклятие! Огонь! Тоже поищи выход. Удачи!
Thank you.